преддверии весеннего праздника в Люберцах провели мастер-класс по созданию букета. Флористы поделились секретами, как подобрать цветы для букета и сделать его еще привлекательнее и ярче. Тему продолжит наш корреспондент. Весна начинается с цветов. Так назвали мастер-класс, который инициировали активистки местного отделения Союза женщин России. В нем приняли участие люберецкие депутаты и жены мобилизованных. Мы хотим сделать им приятное, что они на самом деле ждут своих мужей, защитников наших, домой. И чтобы побыстрее бы они вернулись, все, мир наладился, было благополучие на земле. Вначале рассказали несколько легенд о происхождении названий цветов и их значения. Гиацинт считается цветком радости, веселья и молодости, а тюльпан – символом любви, счастья, успеха и богатства. Букет с такими пожеланиями украсит любой праздник. Чтобы придать букету нашему такой вид экстравагантный, необычный, чтобы он как-то выделялся, мы для этого используем разные веточки, так называемые. Это, например, дениска. Это декоративная добавка к букету, очень имеет тонкий аромат, который потом будет по всей квартире. Хотите сделать акцент на оригинальность? Флористы советуют уделить внимание нестандартному оформлению букетов. Любые цветы можно разбавить несколькими декоративными веточками зелени. Для оформления композиции выбрали тюльпаны и гиацинты. Чтобы цветы дольше стояли, используют флористическую губку, которая позволяет надежно закрепить растения под любым углом и продлить их свежесть. 10 минут, и весенняя композиция готова. Видите, кто был, видел, что было и что стало. Каждый мужчина хочет удивить женщину. Оригинальный букет, подаренный на праздник, точно поднимет настроение. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.